Всем привет! Готовимся к летнему сезону, и поэтому надо доставать лодочный мотор. В общем, посмотрим, заведем, смажем. Такая температура, плюс 23 уже. Плюс 23, охота на воду. Чик, чик, чик. Где он наш красавец? Лодочный мотор Ханкай. 4 лошадки. Всю зиму пролежал, пора и посмотреть. Так, сейчас посмотрим, что у нас тут. Вот он, запылившийся уже, запылившийся ханкайчик. Оп. Стартера, короче, нету, вместо стартера вот использую по старинке. Сейчас смешаем бензин, добавим масло, попробуем завести. Чудо современной мысли. Двухтактная, называется Тритон, 200 рублей стоит за упаковку. Ну, я на глаз где-то сейчас плескану. Сколько тут? 3 литра. 3 литрика. Так она где-то. Бензин, короче, прошлый год пробовал завести, не заводится. Обязательно новый бензин покупать. Как и в этот раз. Тщательно перемешаем. Получилась смесь бензиновая. Газпром. Так, 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 сливаем. Сливаем, сливаем. Так, 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 наливаем свеженький. Достаточно там. Не заведется. Вообще даже не схватывает нигде. В общем, мотор не заводится. Две причины. В общем, одна из них — это нет искры. Вторая — не что-то с топливом. Воспламенения нету. Воспламенения может не быть из-за того, что компрессия плохая. Придется, короче, наверное, скорее всего, мотор разбирать. Сейчас пойдем проверим искру. Для этого затащил мотор в гараж. И сейчас попробую его завести. Выключил свечу. Сейчас посмотрим, есть ли искра. Видно, нет, я не знаю. Ну, в общем, свечу я прислонил к корпусу движка. Сейчас стартером попробую потыркать. Увидите, нет. И... Ой, искра какая. Ну, в общем, все, искра в электрической, все нормально. Значит, что-то в движке топливо не поступает, либо разбирать придется, компрессии нету. Кольца, может, залили, еще было такое дело. Пойдем ремонтировать дальше. В общем, начинаем разбирать. Для этого откручиваем бак. Все, бачок сняли. Бачок. Надо теперь вот это откручивать. Вот эти три болта. Три болта открутить. Снять.
Так, теперь откручиваем нижние болты. Вот эти 6 болтов. 6 болтов откручиваем, ну и в принципе снимаем. Блять, мотор вообще детский. Поехали. Еще один. Интересно, такой прикрутил. Блять, за я такой прикрутил. Все болты открутил. Снимаем голову. Голову снимаем. Надо чем-нибудь ее поддеть. Четверточкой ее поддеть. Вот там. Движочек ханькаевковский. Сейчас все переберем. В принципе, тут карбюратор смазать. Так, в общем, чтобы снять вот этот вот магнита, надо вот такую штуковину придумал. Вот. В общем, берется подшипничек, такой небольшой вот, сюда ставится, сюда прикладывается вот так. И все, в общем, тремя болтами сюда прикручивается. И все, можно снимать. Я, в общем, его снял уже. Вот. Во. Снимаем. Снимаем. Видишь, у меня все грязно. Вот. И шпонку главное не потерять. Главное не потерять шпонку. Будете потом. Вот шпонку. Вот. Сейчас эту катюшку снять, все тут прочистить, в общем. Ну и мотор располовинить. Посмотреть, что да как. Даем крючки. Оп, оп. Все, снял. Да, грязненький моторчик. Оп. Иди сюда, красавчик. О. Такая система тут незамысловатая, в принципе. Короче, тут, мне кажется, вода попала, потому что вот поршень крутит. Вода попала и все. А вода попала по вот этому нижнему сальнику там. Все, в общем, протерли. Нагарчик. Я прибыла. С рекламы. Сейчас веселей пойдет ремонт двигателя. А лодочного. Еще бы открыть, а что понадобится. Сервис вообще. Полный. У меня селся, развалился. Открою его с этого. Было бы еще чем отливать тут у нас. Сейчас отремонтируем. О, спасибо. Ну, за ремонт. Барин, блядь. Бархат нажал.
это последнее было? Вот это? Ага. Что так? Весело сегодня тут на районе. Теплые деньки. Молоденькое пиво. Молоденькое пиво, ну не говори. Ремонт двигателя. Все это, и душа не хватает. Ничего, скоро. 26 передают у нас, кстати. Поехали. Соединяем, Андрюха. Самый ответственный момент сейчас будет. А ты тоже рассоединял тоже на камеру? Да. Чтоб это, если что, посмотреть по видео. Да. По камере. Кольца мешают, да? Так надо, да? Здесь тоже упирается. Этот ходит. Все, вроде разобрались, парни. В системе двигателя стопорится. Здесь тоже стопорится. Ходит. Ходит туда-сюда. Поршень. Но он нифига гоняет. Можно радио выключать. Ой, кака! Давай нашу! Так, вроде все. Подсоединяем, да, Андрюх? Вроде все? Правильно собрали? Знаешь, да? Да. Ну туда я тебе еще хочу сказать больше. Говори, говори, что там и делай. Так. Музыку фоновую не слышно. Все, вроде все. Подсоединяем, состыковка. Вы ничего не забыли, Андрюха? Да. Я тут ничего не разбирал, так что я без понятия. Не при делах? Ну да. Руки не дрожат. Да вот такие что-то дрожат у тебя. О! Сейчас все боками стянется. Все, есть контакт. Все. Прикручиваем, Андрюха, пока не застыло. Оно долго застывать будет. Да? Конечно, герметик. Маленький моторчик. Сегодня запустим уже. Крест-накрест надо затягивать, Андрюха. А зачем крест-накрест? Шаришь. Тысячу рублей стоил. Новое, кстати, покупал. Боюсь, уже твое видео испортил. Да? Думаешь? Да, я слышу это. Вот так было, Андрюх? А над лагерем ночь. Тут простые магниты, что ли, черные? А? Тут черные простые магниты. Я думал, тут хотя бы не один. А сколько их? А, один, два, три, четыре. Магнит оставим. Двигатель внутреннего сгорания. Стучать надо, если что. Я бывает на рыбалке так. На рыбалке, по-моему, 30 веников. Мы навязались, пацаны. А у пацана так клевало, блядь, он что-то докатало поймал. Вон-то, в общем, взял паранита, взял.
пожалуйста, разной толщины. Сейчас будем делать прокладку, вырезать. Для этого, короче, маслом здесь. Вообще мазутом положит, мажется. Все видно было хорошо. Попроще, в магазине покупается новая прокладка. Знаешь, как не накупишь этих прокладок. Хорошо смазал. Ставим след, говорит, в истории. Какой, интересно, да? О! Нормально, Леха. Вот теперь по ней режь. Нормально получилось. Сейчас выдержим. Подпольный цех прокладок. Вот, вот это вот. Как вы видите, вот видите, прокладочка прогорела головы на движке. Из-за этого компрессии ноль. Прям видно вот. Ты снизу не дотянул, Миша, когда ставил. Угу. Ставим новую прокладочку под голову тоже. Помы почистили. Купил новую за 500 рублей. Чик. Установим. Время уже 8 часов. Успеем сегодня, нет? Фирмы Ханкай. Фирмы, блять, не знаю, с чего он, нахуй. Смысл на той стороне. Ну, самопальник, который сейчас ты выезжаешь. Сэкономил на вещи. Да ты же никому не купил, причем я сэкономил. Не. Сыграла? Стойка. Деболты. Эти, да? Угу, да. Тут это небольшие только, Леха, ставь. Подожди. Это небольшие, тут они разные есть. Да, правильно ставь. О, какое освещение тут у нас. Савин. О, эти тоже светят. Да? Да, они вообще, бля, тусло, тусло. Ну, в общем, финальная стадия, мужики. Осталось только поставить бак. Мы все подсоединили тут. Сейчас будем запускать. Думаем, поедет. Попрет. Но наша. Сейчас прихватим, бензина зальем. Все, дай бог, заведется. Веришь в наш успех? Перебрали моторчик. Фига там разожгли уже. Весело тут у нас на районе. Работаем там 3 года. Молодец. Там убираться и убираться. Там запущено давным-давным-давно. Ты что такое? Сильно убавил. Да я не дотронулся до него. До ума довели. А дело в чем, Миш, было? Ну, это то, что за прокладки. Прокладка, но перегрел его. Белов-то было, в принципе, да. А ты весь движок перебрали на несколько раз. Сальники, блядь. Я тебе говорю, не может быть из-за сальников. Два или три раза, по-моему, перебрали. Не верю, что из-за сальников, блядь, коленвала может быть не заводиться у нас. А где моя зажигалка? Никто не увел меня.
масло в редукторе в ноге. Вот оно. Я вот такое взял себе. Лукойл трансмиссионное масло. Надо открутить два болта. Нижний и верхний. Сейчас посмотрим, что там. За это время, наверное, там уже эмульсия. Видите, тут что бежит? Уже все, уже абзац. Это уже, говорит, абзац. Продавай его, говорит, уже покупай новый. Я сейчас отремонтирую, еще походит сезончик. Верхнюю заливаем.